На строительстве жилого комплекса «Вершины», который возводится около микрорайона «Ореховая сопка», из-за нарушения техники безопасности на объекте получил очень серьезные травмы гастарбайтер из Узбекистана. Приезжий 1999 года рождения упал с 16 этажа, но не на землю, а на уровень 14. Медики госпитализировали молодого рабочего с переломом основания черепа, ушибом головного мозга средней тяжести, переломом носа и травмой грудной клетки. Пострадавший сотрудник – подрядной организации. На этом объекте он проработал меньше месяца в должности каменщика. Несчастный случай произошел в послеобеденное время, около 3 часов дня. По предварительным данным, молодой человек перевозил строительный материал к месту работ на специальной тележке. Вероятно, споткнувшись на мостках, приезжий потерял равновесие и полетел вниз. 14 этаж оказался в большей степени готовности, поэтому пострадавший и выжил, но получил угрожающие жизни травмы. Совершенно очевидно, что упади пострадавший еще ниже, дело закончилось бы летальным исходом. Коллеги раненого спустили его вниз, откуда пациента забрала скорая помощь. В настоящее время строитель находится во 2-й краевой больнице в нейрохирургическом отделении. Соотечественники пострадавшего надеются, что он поправится. К числу нелегалов он не относится. В страну мигрант прибыл для трудоустройства и имеет патент на работу. Зарегистрированным местом жительства гастарбайтера является общежитие на Краснореченской улице, расположенное неподалеку от детской краевой больницы. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.